В качестве эпиграфа я взяла строки моего любимого поэта Николая Гумилева из его известнейшего стихотворения «Заблудившийся трамвай». «Ты лишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет». Николай Гумилев. Ушла гармония из мира безвозвратно. 20 век ее как нищенку изгнал. Куда ни кинешь взор, темнеют порчи пятна. Хочу купить билет, ищу вокзал. Но не найти, увы, не продают билетов в былые времена, и остается мне читать историю задания на лето, бродить в классической романной мгле, откуда не пойму, берется ностальгия по вледу канувшим, ушедшим голосам, на современное искусство аллергия. Ответа нет, только полоса идет по мониторам сердцебиенья.